Балаклавца Александра Лахтенка и Олега Теняева из Санкт-Петербурга связывают не только альма-матер, но и любовь к Балаклаве, к ее пейзажам, к ее колоритным людям. Среди 35 работ, представленных на выставке в Севастопольском художественном музее имени Крашицкого, преобладают картины 2013 года. Заниматься живописью, потому что это отдушина, то, что можно заниматься до глубокой старости. Никто не отберет эту профессию. Выставку назвали «Диалог художников». Живописцы на многие вопросы находят похожие ответы. Но истина может родиться или в споре, или в добром диалоге. После окончания Академии художеств я остался в Санкт-Петербурге и там живу и работаю. Ну, что касается Севастополя, конкретно Балаклавы, здесь я очутился ровно 7 лет назад, приехал к своему другу Александру Лахтенко. И мы совместно, вот уже 7-й год, пишем этюды, жанровые картины, портреты. Олег Теняев имеет большой выставочный опыт. Для Александра Лахтенко это дебют. Работы готовили к экспозиции в краткие сроки. Этим объясняются рамки эконом-класса. Посетители выставки смогут сами разобраться, где у мастеров дуэт, а где диалог. Но равнодушными их работы не оставят никого. Владимир Илларионов, программа «Наше время».